Друзья, всем привет! С вами Вера, вы на канале «Мы с Алтая». Сегодняшний день проведем в теплице. Беру вас с собой. Сегодня много-много задач. Нужно рассадить пеларгонию, цинерарию, маргаритки, примулу, гвоздику. Также сделать посадочки, посадить кактусы. Далее покрасить гортензию на оформление, уже зимнее оформление, покрасить горшочки, приготовить и сделать посадочки. Вот. Выкопала георгины оставшиеся. Погода меня подождала, обрезала розы, все доделала. Весь мусор убрала с огорода. Вот, теперь можно и зиму встречать. Так, ну работы много, надо сначала грунт приготовить, ну для начала выкрашу гортензию, вот, и дальше все по порядку займусь всем. Сейчас пока буду готовить грунт, там красить, опрыскала растюшечки свои от вредителей, вот, пусть немножечко сейчас и как раз подсохнут, вот, и дойдем до них. Начала закупаться уже на 8 марта. Вот такие наборы корзин увидела дешевенькие. На базе прикупила. Они уже по распродаже. Там не продаются, но у нас все сгодится. Внутри с пленочкой вот такой. Если сыпать дренаж, то на весенние посадочки на 8 марта будет само то. Очень классное. Попробую их покрасить в разные цвета, оттенки, краски много, она есть, вот, и будем садить на весну. Конечно же, на 8 марта требуется очень-очень много финансовых вливаний, вложений, и за один раз к 8 марта, ну, невозможно, чтобы вот лежали деньги, да, все сразу купить, да и такого не будет. Сейчас уже сразу присматриваю, что-то подкупаю, прикупаю. Вот, захочу, сразу декорирую. Если нет, то так оставляю. И буду здесь в теплице. У меня верхняя полочка. В коробочке буду складывать. И все у меня на 8 марта. Все горшочки будут готовы. Там что-то еще. Буду все складывать. Вот, как говорится, готовь сани летом. Это гортензия сухая. Я ее обрезала еще когда осенью. И сейчас она нам пригодится при декорировании нашего магазина. Крашу вот в такой синий цвет. В зимние оттенки уже будем украшать. Теперь я хочу покрасить вот такие горшки. Они довольно-таки невзрачные. Поэтому сделаем более красивые. Фактура рисунка сохраняется и прорисовывается. Так. Даем горшкам, как говорится, новую жизнь. Так, ну и все. Пусть сохнут. Краска высохнет очень быстро. Что ж, занялась грунтом. Использую торф Агробалт синий. За лето подсох хорошо. Приходится прям размачивать. Побольше водички лить. Ну и времени, конечно, подольше занимает. Перетираю его. Вот. И буду добавлять перлит. Побольше.
замешиваем. Вкусненький. Вкусненькую почву для наших растюшек. Подзакончились немножко у меня горшочки. То есть не подзакончились, они у меня какие-то остались разнокалиберные, разномастные. Я хочу, чтобы у меня цинерария в красивых, в одинаковых горшочках сидела. Потом схизантус, маргаритки. Все в красивеньких, новеньких горшочках было. Вот поэтому заказала. Все, их привезли. И как раз сегодня день пересадки. Так, ну все, замечательно получается. Также сильно водой я не напитываю торф. Вот так, чтобы он как бы комочек схватывался, но не рассыпался. Все. И сейчас буду наполнять горшки и отставлять. По счету все практически сделаю. На цинерарию будут большие, побольше горшочки, на маргаритку, соответственно, там на примулу они помельче, будут помельче горшочек. Начинать я буду пересадку с цинерарии. Вот такая красота у меня наросла. Ей уже тесноватенько в этом горшочке. Сейчас покажу корешочки какие. Смотрите, все, уперлись в горшочек. Нужна пересадочка, перевалочка. И листикам уже надо бы как бы, да, розеточку формировать, уже подальше друг от друга растюшечки ставить. Так, что я делаю? Ставлю горшочек и заполняю землей вокруг. Вот так. Потом горшочек просто вытаскиваю. И просто перевалочкой пересаживаю. Все досыпаю. Все у нас готово. Вот так получается. Быстренько пересадить. И следующую. Грунт уходит в таком случае очень быстро. Ну, ничего страшного. Смена работы, как говорится, отдых. Приготовлю грунт дальше. Так, достаем горшочек, берем нашу цинерарию, достаем и ставим, все прижимаем, потом еще пролью все аккуратненько. Готово. И так буду делать все горшочки. Ну что ж, друзья, 2 дня пролетело, как будто бы их и не бывало. Я только успела пересадить цинерарию. Вот она там стоит по дальше стороне. Стоит. Эти еще растюшечки у меня не пересаженные. Но нам пока некогда пересаживать. Будем сегодня заниматься посадочками. Вот, вот здесь все у меня горшочки стоят, цветочки стоят, ждут. Вот, поэтому сегодня крайний день, что нужно мне их уже рассадить, кровь из носу. Давайте поближе покажу, что у меня здесь есть. У меня здесь есть хидерка. Смотрите, это денежное дерево. Вот, вот такие малипусечки здесь сидят. Их я черенковала сама. Вот такие хорошенькие они наросли. Далее. Так, что здесь у меня? Алоэ и суккуленты. Также кактусы. Здесь репсалис есть еще. И вот такая еще штучка. Будем все рассаживать. Сильно много посадочек не будет, потому что очень много заказала горшечных растений, но без посадочек тоже никуда. Вот, поэтому приступаем. Так, ну для начала мы, конечно же, делаем компоновку растений с горшками, как и обычно. Так, смотрите, что я подобрала. Еще посажу 2 машинки.
они закончились. Вот такими растюшечками здесь у них дырочки, спокойно будут расти. Слоник у меня будет вот с такой штучкой. Это я просто померила, но мелковатый. Поэтому денежное дерево туда посадим. Так, здесь по три растения, еще денежное дерево добавим. И здесь также будет денежное дерево. Кактусики я посажу вот по таким милашинским горшочкам, задекорируем. И вот эти вот я просто решила посадить, вот в эти, пересадить кашпо и задекорировать это денежное дерево. Очень красивая, фактурненькая. Мы его еще помою, спрысну блеском. И будет шик, блеск, красота. Так, ну что, грунт я приготовила. Грунт у нас такой же, как я и говорила, как мы, я цинерарию пересаживала. Это верховой торф. Он очень легкий, с добавлением перлита. Все. Также буду использовать керамзит в некоторых горшочках. Вот, ну что, давайте приступим. Также я буду использовать удобрения осмокот в своих посадочках. Буду обязательно добавлять. Так, ну что же, давайте начнем со слона. Начнем. Так, грунт. Грунт я переложу в чашку большую. Вот так, что мне нужно буду добавлять. Так. Положу себе под нос, чтобы не забывать добавлять. Так, сначала керамзит. Затем земельки. Далее осмокот. Чтобы наши растюшечки хорошо себя чувствовали. Так, и выберем покрупнее, поразветвленнее. Вот такое. Так, здесь два растения. Может быть, где три есть? Сейчас пошкуляем. Вот. Нашла. А то люди у нас суеверные. О, даже больше здесь. Так, еще добавляем. Рано темняется, все-таки приходится мне включать свет. Покажу промежуточный итог, что я сейчас сделала. Так, насадила автопарк для ассортимента в магазин. Вот такой еще горшок я у себя нашла. Тоже все потом буду декорировать. И тоже вот так миленько все посадила. Так, далее у меня вот такие два горшка. Если честно, то я очень соскучилась по посадочкам. Мне кажется, очень давно я их не сажала. И покупатели наши тоже по ним соскучились. Так, керамзитку немножко. Так. Сейчас еще совсем вплотную занимаюсь оформлением магазина. Покраска, нужно все до ума довести. Все, как я хочу, потому что сейчас будет Новый год. Нужно все успеть красоту навести до этого праздника. Так. Потому что там у нас идут новогодние композиции. Очень много будем их собирать. Вот. Поэтому нужно все-все успевать быстренько доделывать. Так. Ох, земля осыпается. Всю лишнюю землю убираем. Вот так прям. И сажаем в хорошую землю.
хорошую землю, да с удобрением. Вкуснота будет им. Красота. Вот, я думаю, такие посадочки мамы заценят. А для декора мы добавим топперы. Это топперы потом уже в магазине я добавлю. А так буду декорировать, где там мхом, камушками. Все будет красивишно. Так, и хочу я сюда еще есть место посадить наше живое дерево. Беру его уже чуть-чуть побольше. Ой, какие они красивые, хорошие наросли. Вот росло оно у меня, не знаю, тут в жаре, в теплице. Вообще пофигу ей было. Другие растения здесь гибли, а вот живому дереву здесь хорошо оказалось, и они у меня хорошо укоренились, вообще 100% укоренение, и хорошо вон как выросли. Сейчас я эту чеплашку рассажу и еще настригу и поставлю на укоренение. Вон оно, какая красота получается в наших посадочках, очень фактурно, очень красиво получается. Так. Так, ну все, друзья, вот результат моей часовой работы. Все, я пересадила. Даже чуть поменьше, наверное, времени ушло. Осталось задекорировать, протереть горшочки, конечно, все. Вот у меня очень давно лежали вот такие машинки. Раньше я сажала в них кактусы, но как-то не очень и смотрится, и шли такие машинки. Вот все, что не делается к лучшему, лежали, дождались своего часа. Смотрите, как красиво. Сейчас еще все будем декорировать. Красиво вот это растение смотрится в машинках. Также слоник. Мы садили сюда быстрорастущее растение. Но так он у нас не продался. Я его пересадила. Приходилось его подрезать очень часто. Вот, сейчас же посадила сюда вот такой суккулент. Растет медленно. То, что нам и надо для этого кашпо. Милашики-кактусики. Выбрала одного размера. И вот у меня еще остались растюшечки, и я взяла вот такой горшочек, внутри пленочкой керамзит положила, все задекорирую, тоже шикарно, смотрите, как смотрится. Напомню, эти горшки я взяла уже на 8 марта. Так, большие посадочки тоже довольно-таки красиво вышло. Для каждого растения здесь есть место для роста. То есть замечательно. В разных цветовой гамме. И вот эти вот. Супер. Просто вообще. При покупке обязательно подскажу, что нужно прищипнуть, подрезать. Хотя здесь они уже... До этого я их подрезала. И они, смотрите, ветвления уже начали давать. Так, ну что, декорируем. Декорируем и везем все в магазин. В основном для декора... Я выбрала мох, он хорошо укрывает почву, сильный, ну, все равно через мох она дышит, нежели, да, я песком засыплю все там камнями сильно-сильно, вот, и он очень фактурный. Мох это уже свеженький, я нынче набирала, буквально недельку назад ездила. Очень красивый, фактурный. Посадочки с ним получаются, ну, очень красивые. Вот. А также буду декорировать веточками. Веточки с того же места и мох тоже. Вот такими фактурненькими. Очень красиво, на мой взгляд. Красить я их не буду. Пусть они будут такого природного оттенка. Давайте я вам покажу,
Такие я уже задекорировала. Здесь мох, камушки. Здесь просто мох. Здесь, скорее всего, топер какой-то будет. Либо бабочку какую-то. Что-то такое в магазине уже сделаем. Вот здесь вот единственное я камушки сделала, потому что форму горшка, ну как кактус, с мхом, конечно, будет не очень. Далее вот здесь вот так мох сделала. Здесь палочки еще будут. Ой, машинки вообще классные получились. Очень фактурно, разнообразно. Еще камушков немножко положила. Даже кактусы я задекорировала мхом. Вот, потому что мне нравится, очень красиво. Вот этот, кстати, классный получился. Такой высокий, интересный. Так, ну этот тоже остался задекорировать. Сейчас все доделаю. Окончательный вариант вам уже покажу в магазине. Потому что сейчас сразу буду все запаковывать. И прямиком буду в магазин все протирать, выставлять и сниму. Ну что, друзья, посадочки мы перевезли в магазин. Я их уже задекорировала еще декором. Вот такие у нас получились. Очень красивые. Беленькая. На окошечко поставила вот такие кактусята. В общем, мы решили, что это у нас грибы, а не кактусы будут расти. Так, по лесному, по необычному. Вот эти очень красивенькие стали, как красиво, с птичкой. Вот здесь на окошечко поставили. Очень красиво смотрится. И здесь также все. Горшечку еще нам привезут, цветущую. Мы все сюда доставим красиво. Вот, очень-очень красиво смотрится. Вот. Хорошо, я очень довольна, что на День мамы у нас хоть немножечко посадочек, но все же будет. Машиночки, смотрите, как аккуратненько, хорошо. Мы здесь заказали полочки на низ. Отличненько встали. Очень миленько смотрится. Так. Здорово. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами была Вера. До новых встреч. Пока-пока. Всех мам. И я своих поздравляю с наступающим праздником. Очень всех люблю. Пока-пока.